Я хочу свадьбу на лужайке, чтобы много цветов. И потом сразу в свадебное путешествие. Куда Саша захочет, туда и поедем. А разве не невеста должна решать, куда она хочет? Ничего вы, девочки, в этом не понимаете. Главное не где, главное с кем. И вообще, девочки, я сейчас буду выбирать свадебный торт. А? Ладно, мне пора. Угу. Доброе утро. Как самочувствие? Доброе утро, Ольга Викторовна. Все хорошо. Карина, зайдите ко мне, когда сможете. Есть разговор. Доброе утро, Лев Борисович. Доброе. Поздравляю, грантовые деньги уже отправили. Они вот-вот придут. Спасибо. Значит, я могу выставить счета, необходимо кое-что докупить. Как по мне, да, можете. Но вам все равно придется подписать документы у Игоря Ильича. Ну, хорошего дня. Да? Вита Игоревна, у вас найдется минутка для любимого мужа? Ой, хочу сразу предупредить любимого мужа, что главврач нашей клиники очень строго следит за дисциплиной в рабочее время. Так что за нарушение можно и выговор получить. Думаю, мы с ним сможем договориться. Левочка, ну если ты с предложением выпить кофе, давай чуть попозже. Действительно много работы. Витась, родная. Вот. Хотел тебя порадовать и пожелать хорошего дня. Спасибо, Левушка. И тебе хорошего дня. Спасибо. А теперь иди, не мешай. Иду. Да, я ухожу от тебя. Я все знаю, ты больше никогда не увидишь ни меня, ни нашего ребенка. Больно. Кажется, я рожаю. Стоп! Эта сцена снята. Готовим следующую сцену. У нас переход. Молодец, Ларочка, молодец. Очень достоверно. Что с тобой, Лариса? Кажется... Лариса, что с тобой? Кажется, я действительно рожаю. Так. Я звоню в скорую. Саш, посмотри, сколько людей для свадебного путешествия. Давай... Выберем какой-то. Смотри, какие крутые фоточки. Не, я не спорю, но... Неужели так важно? Мои родители расписались на первом курсе. Все, что у них осталось на память. Единственная черно-белая фотография. Они на улице возле ЗАГСа. Живут всю жизнь в шабу. Нет. Тогда, Саш, было совсем другое время. Угу. Ну, пожалуйста. Хорошо, а свадебное путешествие обсудим вечером. Обещаю. Осторожно. Ларочка. Так, пациентку сразу в родзал. Мне сказали, ваша клиника лучше, а Лариса актриса, звезда сериала. Прямо на площадке отошли воды, по скорой сразу к вам. Обменная карта с собой? Да какая карта? Она домой собиралась рожать во Францию. А сегодня крайне съемочная, никто же не думал, что так скоропостижно. Так, дальше вам нельзя. Кто из вас отец ребенка? Да мои коллеги по сериалу. Я режиссер, Вадим, оператор-постановщик. А муж Ларисы во Франции. Но я уже позвонил, он только к вечеру прилетит. Хорошо. Оформите пока, пожалуйста, договор. Администратор вам все расскажет. Ссылайтесь на меня. Я Ольховская Ольга Викторовна. Да. Площадка не должна простаивать. Ну, снимите пока заявочные планы. Ну, или детальки отбейте. Да. Я скоро буду. Слушай, нужно ехать. Нам дополнительную смену никто не даст. А ты езжай. Добивайте без меня в одну камеру. А я здесь останусь... Оформить надо договор, да, и вообще вдруг, может, помощь какая-то будет нужна. Лариса все-таки моя одноклассница, ну, я и не чужой человек. Ну, ладно, как знаешь.
Девушка, мне доктор сказала, договор надо подписать. Ольховская Ольга Викторовна. А кто у нас пациентка? Пациентка Лариса Зотова, актриса. Только что повезли рожать. Ой, та самая Зотова? Круто! А ведь писали все, что она пару лет назад замуж вышла во Францию и переехала. Ну да, так и есть. Ну вот, приехал на съемки. А вы? Просто друг, бывший одноклассник. Ну и оператор-постановщик сериала, в котором Лариса сейчас снимается. Вообще-то у нас только родственники договоры могут подписывать. Ну, раз уж такая ситуация. В порядке исключения, пожалуйста. Здесь. Молодец, давай, давай, тушься, тушься, тушься! Еще чуть-чуть! Я не могу. Можешь, я уже вижу головку, миленькая. Давай, еще чуть-чуть, тушься, тушься! Поздравляю, девочка. У ребенка все признаки недоношенности. Пойдет кувес на выхаживание. Что с моей дочкой? Срок вашей беременности, вероятно, не более 35 недель. Нет, у меня полная 38 недель, это точно. Договор по пациентке актрисе подписали? Да, Ольга Викторовна. Подписал ее друг и коллега. От ее имени он вон там сидит. Хорошо. Карина, не забудьте зайти ко мне. А это обязательно? Вообще-то да. Ну ладно, зайду. А как там Лариса? Все в порядке. Сейчас в палате отдыхает. Спасибо, что подписали договор. А, без проблем. Да, и, кстати, счет можете мне отдать. Я близкий друг семьи. Все решу. Хорошо. Потом возьмете у администратора. Да. А как там ребенок? Девочка. А могу я проведать Ларису? Она будет очень рада, поверьте. Если недолго, то можете. Спасибо вам большое, доктор. Да не за что. Да. Можно? Настенька, заходи. Вот. Решила угостить тебя настоящей домашней едой. Вареники. Сама лепила. Ну, бабушка немножко помогала. Это очень, очень мило, я тронут. Спасибо. Только я не хочу такую красоту есть в одиночестве. Тогда, может, пообедаем вместе? Отличная мысль. А, через час зайдешь? Хорошо. Здравствуйте, Рита Андреевна. Игорь Ильич, я подготовила документы. В лаборатории нужно кое-что докупить. Лев Борисович одобрил, но попросил у вас подписать. Хорошо, я ознакомлюсь. А подпишите, когда это срочно. Рита Андреевна, я занят. Зайдите после обеда. Слушай, данные из этой таблицы в какую сводную выносить? А, из этой в общую, а из этой в группу по парам после пятого переноса. Погоди, у тебя тут что-то не сходится? Перепроверь. Да какая разница? Это же просто статистика. Реальные исследования мы только начали. Да и вообще, это у нас все хорошо получается цифры вбивать. А у меня от этой работы крыша едет. Да, но Настя больше здесь не работает. Так что давай поднапрягись. Рита Андреевна,
Может, вернете Настю в лабораторию? Нам без нее тяжело. Да неужели? Может, еще и мам ваших позвать, чтобы они вас с ложечки кормили? Да что я такого сказал? Разговор окончен. Идет на поправку. Ты же узнала мамочку? Нет. А должна была? Она у нас рожала? Нет, но она очень известная актриса. Уже несколько лет во Франции с мужем живет. Я читала историю их любви и даже передачу смотрела. Странно, что она у нас рожать решила. А мужа рядом не было. Она вроде на съемках здесь была. У ее мужа там большой бизнес. Он очень обеспеченный человек. Сидела бы дома, ждала роды, наслаждалась беременностью. Зачем ей эти съемки? Не понимаю. Творческие люди. Ну, если муж не против, почему бы нет? Он тоже дома, наверное, не сидит. Бизнес требует внимания. Он старше ее намного. Но я верю, что у них настоящая любовь. Хочется в это верить. Столько вокруг разных историй. А так, хоть у кого-то все хорошо. Нам главное, чтобы малышка поправилась. И чтобы все наши детки здоровыми уехали с родителями по домам. Да. Да. Да, это я. Деньги отдам, перечислю с карты. Сегодня. Даже сказал, отдам. Да, до конца дня все будет. Вадим. Поздравляю, у нас родилась девочка. У нас? Что ты несешь? Это дочка Мариса. Ну да, ну да. Ты можешь вешать лапшу на уши своему доверчивому лягушатнику, но не мне. Вадим, чего ты хочешь? Ларис, я тебя люблю и всегда любил. Перестань, это давно в прошлом. Тебе опять нужны деньги? Хочешь меня шантажировать? Почему сразу деньги? Морис все равно тебе не поверит. Он меня любит, мне с ним хорошо. Уйди! Я прошу тебя, уйди! Ты не можешь меня просто так выгнать! У вас уже посетители. Вам нужно отдыхать. Вадим уже уходит. Ну все, деньги улетели, лови. Сколько? Да весь долг. Погоди, какие проценты? У меня нет на проценты. Алло, алло! Алло! Девушка, скажите, а где могу найти доктора Ольховского? Вон там ее кабинет. Спасибо. Ольга Викторовна, можно? У меня к вам просьба. Проходите. Лариса, ваша пациентка, понимаете, у нас любовь давно еще со школы, но мы поссорились, я был виноват, и она на эмоциях выскочила замуж за француза. Он старше ее, да и вообще они не пара. Так, наверное, это не совсем мое дело. Точнее, вообще не мое. Помогите мне. Я знаю, что ребенок – это девочка, это моя дочка. Мы были с Ларисой вместе. Она прилетала на кастинг перед стартом съемки сериала. Даже если это так, чем я могу помочь? Ну,
сделайте малышке тест ДНК, чтобы был документ, что я отец. Может, тогда она уйдет от этого француза. ДНК-тест ребенка нельзя делать без согласия матери. Вы извините, конечно, но вряд ли отцовство – это главный аргумент для женщины, когда она решает, с кем хочет жить. Если любите, ищите другие способы. Не стоит делать подлости. Не хотите помогать? Не надо. Ольга Викторовна, о чем вы хотели поговорить? Карина, Александр Петрович знает правду? Какую правду? Я не понимаю, о чем. Что ребенок не от него. Ваша беременность 11-12 недель, а знакомы вы приблизительно месяц. Да. Я беременна от Федора, своего бывшего. Мы расстались, ему не нужна ни я, ни тем более этот ребенок. А Саша, Александр Петрович, он сильный, мужественный, серьезный. Он будет хорошим мужем и замечательным отцом для моего малыша, вы это понимаете? Мы, как женщина, должны меня понять. Не стоит начинать отношения с обмана. Это ни к чему хорошему не приведет. То есть лучше мне быть честной матерью-одиночкой. Так получается. Нет уж. Нет уж, этого я не хочу. И знаете что, Ольга Викторовна? Так ведь это вообще не ваше дело. Рано или поздно ваш обман вскроется. Во-первых, Родионов – опытный гинеколог. Во-вторых, есть биологический отец. И однажды он может вернуться в вашу жизнь. Или ребенок может быть копией отца. Так ведь может быть, что ребенок будет похож на меня. Так ведь тоже бывает. Ольга Викторовна, я прошу вас, не надо учить меня, как жить. Пожалуйста, я сама разберусь. И если вы скажете Саше, что я его обманула, будьте уверены, я сумею убедить его в обратном. Карин. Ты была у Ольги Викторовны. У тебя все в порядке? Да, все в порядке. Я просто спрашивала, какие таблетки пить, если вдруг ты психоз накроет. Не хочу тебя этим грузить. Ты переживаешь за меня? Это очень трогательно. Ты точно не хочешь, чтобы я тебя смотрел? Точно. Хочу. Только дома, в спальне. И не только смотрел. Так, ладно, давай работай. А и как долго вы делаете такой тест? Угу. А от меня что нужно? А, это у вас там на месте, да? Понял. А от младенца что нужно? Да, понял, да. А, да, доктора, сейчас вы работаете. Отлично, да? Да, скоро буду. Здравствуйте. Моя жена родит сегодня. Лариса Зотова. Я могу видеть ее? Ваша жена в третьей палате. Пойдемте, я вас проведу. Подскажите, где у вас здесь детки лежат? А мне доктор Ольховская разрешила посмотреть на мою дочку. Идемте, я вас проведу. Марис.
Я так рада тебя видеть. Любимая, как ты? Что-то не так? Наша дочка? Нет, нет. Малышку выходят. Она просто слабенькая. Эти несколько месяцев съемки без тебя мне было тяжело. Зря я согласилась на этот сериал. Мне тоже. Без тебя было очень плохо. Понимаю. Ты устала. Вернемся домой, ты отдохнешь. Знаешь, Марис, я решила. Больше никаких съемок. Буду растить нашу дочку. Буду все время с тобой в нашем доме. Ни на какой сериал я это не променяю. Что, первый ребенок? Понимаю. Поначалу все нервничают. А можно мне войти посмотреть? Я так ждал ее рождения. Буквально минуточку. Ну хорошо. Под мою ответственность и только на минуточку. Спасибо большое. Илона Леонидовна, вот отец хочет посмотреть на свою малышку. Когда рожали? Сегодня. Сегодня? Сегодня только одни роды были у актрисы. Ну да, все правильно, я отец. А где моя дочка? Вот она, правда? Похожа на меня, я ее сразу узнал. Что-то не так? Думаю, нужно позвать Ольгу Викторовну. Хорошо. Нельзя доставать малышку из кювеза, вы можете ей навредить. Что вы делаете? Немедленно выйдите! Подождите. Стойте, если не хотите, чтобы вас остановила охрана. Что такое? Зачем вы искали ребенка? Это не ваше дело. Вы обманули Виту Игоревну, подвергли опасности жизнь чужого ребенка. Вы понимаете, что мы можем вызвать полицию? Вы же подняли крик. Я ничего такого не сделал. Я просто посмотрел на своего ребенка. Все! Что за шум? Я заведующий отделением. Ольга Викторовна, что тут происходит? Вы заведующий? Прекрасно! Я хочу пожаловаться на доктора Ольховскую. Вот так мы и живем всю жизнь с бабушкой вдвоем. Поэтому я такая старомодная выросла. Мне нравится твоя старомодность. Неудобно, когда ты на меня так смотришь. Если честно, ты чем-то напоминаешь мне мою дочь. А где живет твоя дочь? В Штатах. Моя бывшая вышла замуж за американца, уехала и забрала с собой дочь. Скучаешь по ней? Первые 10 лет после развода мне было все равно. А теперь тянет к дочке. Сильно тянет. Это возраст, наверное. Но теперь я ей уже не нужен. Время упущено. Настя, тебя там Ольга Викторовна ищет. У вас ЧП с новорожденной. Я совсем забыла про работу. Мы так долго сидим. Неправильно это все. Ну, беги. Правильно это моя. Да, я хотел сделать тест ДНК. А доктор отказалась помогать. Что мне еще оставалось делать? Ольга Викторовна совершенно правильно поступила. Ваше желание противоречит закону и медицинской этике. Тест на отцовство не может инициировать незнакомец, который формально никто, матери ребенка. Я не никто. Лариса променяла нашу любовь на деньги француза. Теперь мой ребенок улетит за границу. Как вам такая этика? Ваши эмоции я могу понять, но ваши личные дела решайте сами. Мы тут вам не советчики, уж тем более не помощники.
Может, все-таки стоило вызвать полицию? Вдруг он еще что натворит? Извините, Ольга Викторовна, вы меня искали? Простите меня, я заговорила с Игорем Ильичем, мы обедали вместе. Настя, хорошие личные отношения с гендиректором не должны влиять на качество работы. Вы знаете, что он мой старый приятель, но я не позволяю себе в рабочее время просиживать с ним за дружеской беседой. Поэтому впредь давайте договоримся. Все посиделки после работы. Да, я все понимаю. Я пойду к пациентке, ладно? Идите, у нее вечерняя капельница по назначению. И да, Настя, если вам тяжело со мной работать, я вас не удержу. Представляешь, так оперативно слили материалы, собрали черновой монтаж сцены. Ну, как тебе? Манифик. Ты прекрасна. Режиссер рассказал продюсеру, что реальное рождение ребенка чуть не произошло прямо на съемочной площадке. Так они хотят прислать ко мне в клинику журналистов. Говорят, это лучший промо-сериал. Ты не против? Ты решает сама. Нужно поставить вам капельницу. Уже поздно, я поеду в отель. До завтра. Как ты меня нашел? Ты не понял? Мы пошлем твой телефон. Если завтра не будет всей суммы с процентами, закопаю. Там, где тебя никто не найдет. Да, можно на завтра или на послезавтра, как вам удобно. Конечно. Простите. Я вам перезвоню, извините. У вас не оплачен счет. И это не срочно, можно и завтра. Как не оплачен? Я перевел деньги коллега Ларисы на карту. Все верно. Коллега вашей жены заключил договор, но деньги пока не внес. Добрый вечер, Марис. Это я, Вадим. Я вам сегодня писал. Да, Вадим. Вы получите деньги? Тут проблема с оплатой. Ну, об этом потом. Нам нужно поговорить. Я ваши деньги я оставил себе как компенсацию за моральный ущерб, за то, что вы забираете моего родного ребенка. Какой ребенок? Я не понимаю. Ваша дочка на самом деле моя. Вы думаете, почему Лариса согласилась на эти съемки? Потому что она узнала, что я буду оператором-постановщиком. Мы случайно встретились, когда она прилетала на кастинг. Она вам ничего не сказала, да? Она с ней, между прочим, любовь. Мы с ней жили вместе почти 5 лет. А встречались еще со школы. Прошлое не важно. Лариса моя жена. Я вам не верю. Я сделал ДНК-тест. Результат будет готов завтра. С этим тестом я пойду в суд. И буду добиваться того, чтобы мою дочку не выпустили с вами за границу. Зачем вам это? Вы хотите воспитывать ребенок сам? Или вам нужны деньги? Ну, деньги могут помочь решить вопрос, да? Если хотите забрать мою дочку, платите. Я даю вам времени до завтрашнего вечера. Иначе, Марис, я иду в суд. Да.
Я искать доктор Родионов. А, это я, Родионов Александр Петрович, заведующий отделением. А, что вы хотели? Пожалуйста. Марис Бастия. Присаживайтесь. Моя жена Лариса родила девочка сегодня. Да, поздравляю. Вашу жену ведет доктор Ольга Викторовна Ольховская. Если у вас есть какие-то вопросы, либо просьбы... Просьба. Я хочу сделать ДНК-тест. Я должен знать, кто отец. Вадим, ты все еще здесь? Что тебе нужно? Мне нужны деньги срочно, иначе меня убьют. Я так и знала. Тебе, как всегда, нужны деньги, но ты их не получишь. Не будь дурой. Лучше убеди своего француза, чтоб сделал, как я прошу. Он же в курсе, что ребенок мой. Завтра у меня на руках будет ДНК-тест на отцовство, который все подтвердит. Я забашляю доктору, и вуаля, будешь всем идти в суд. Я скажу, что ты незаконно забираешь мою дочку и хочешь увезти ее за границу. Вадим, зачем ты все это делаешь? Почему портишь мне жизнь? Помоги мне, и я оставлю тебя в покое и забуду про дочку. Деньги мне нужны завтра. Если ты не заплатишь, накроется твоя семейная идиллия во Франции. Левочка, ну кто мог подумать, что это не родной отец? Он так улыбался, вызывал доверие. Лев, ну это несправедливо. Опять мне выговор, да еще и строгий. А что ты думала, я буду делать для тебя исключение из правил? Вита, ты провела в детское отделение чужого человека. Он мог навредить новорожденному ребенку. Лев, ну я каюсь. Моя проклятая доверчивость меня подвела. Но два выговора подряд. Теперь у меня не будет премии. Вита, не испытывай мое терпение, иначе у тебя и работы не будет. Хорошо, я молчу. Но тогда завтра на шарлотку с кофе можешь не рассчитывать. Это что, угроза? Нет. Я просто говорю, что у меня нет настроения. А когда у меня нет настроения, то печь шарлотку после тяжелого рабочего дня, да еще и с выговором, я не могу. Вит, прекращай. Я даже не начинала. Карина, завтра с утра собери, пожалуйста, всех на 5-минутку. Я хочу сделать объявление для сотрудников. Хорошо, Лев Борисович. Левочка, ты объявишь, что отменяешь мой выговор? Витась, ты для меня очень важна. Но давай мы не будем снова путать семью и работу. Выговор в силе. А шарлотку мы вместе приготовим. Научишь меня без толку. Я подумаю. Ну и так. Не Витаськой. Поехали. С тобой хоть на край света. По-настоящему чувствую себя счастливой только сейчас. С дочкой на руках. Это какое-то чудо. Чуть-чуть.
Марис, нам надо поговорить. Я знаю, Вадим тебе уже наплел, но это неправда. Я всю ночь не спал. Думаю, что дальше. И что ты решил? Ты любишь меня или ты хотел мои деньги? Я люблю тебя. Марис, Вадим давно в прошлом. 3 года назад, когда мы познакомились, ты сказал, что у мамы операция. Я заплатил. Но твоя мать говорит, не была операция. Ты все это время меня обманывает. Да, я взяла деньги для Вадима. Он проигрался в карты, его могли убить. Между нами все было кончено. Но мы знакомы почти всю жизнь. Он умолял, просил помочь. И сейчас тоже он меня шантажировал. Угрожал, что подделает тест ДНК и пойдет в суд. Но я точно знаю. Это твоя дочь. Наша. Наша дочь. Я сделал тест ДНК. Он не сможет ничего подменить. Доброе утро. Вот то, о чем вы просили. Ну, открывай конверт, чего ты ждешь? Лариса, ты любишь меня? Конечно, люблю. Очень сильно люблю и всегда буду любить. Я тебя и наша дочка любит. Доктор, нам это уже не нужно. Я точно знаю, что это мой ребенок. Хотите познакомиться с малышкой? Что-то срочное? У меня конец смены, я после ночного дежурства. Нет, я просто зашел поговорить. Тот француз, муж пациентки, а актрисы, он попросил вчера сделать тест на отцовство. Как же беспокоит мужчина этот вопрос. Хотя в его случае этот тест нужно было сделать. Мужчина заслуживает знать правду? Наверное. А женщина просто любит своего ребенка и хочет вырастить его хорошим человеком. Но ведь женщине тоже важно, от кого рожать. Ребенок вырастает и все равно становится похожим на своего отца, даже если женщине этого не хочется. Мы ушли куда-то не туда. Что с тестом? Он проявил благородство, не захотел открывать конверт. А может, просто боится узнать что-то, что потом будет мешать ему спокойно жить? Не знаю, но они с женой выглядят вполне счастливыми. Так давайте откроем конверт. Александр Петрович, вы же за этим ко мне пришли? Ну, что, если честно, то... Да. С вероятностью 97%. Марис Басти, отец ребенка. Нужно ему сказать. Зачем? Пусть сам решает. Захочет узнать, скажем. Можно? Там на 5-минутку все собрались. Ждут вас. Такой вид у всех торжественный. Все здесь собрались. Что-то празднуем? Рита Андреевна, хотел вас поздравить при всех. Наконец, на счет нашей клиники пришли грантовые деньги на ваши исследования.
Я искренне желаю вам совершить настоящий прорыв. Спасибо. А Игорь Ильич не пришел поздравить? Игорь Ильича сегодня не будет, у него какие-то личные дела. Ольга Викторовна, кстати, забыла вам сказать, Настя звонила, просила меня ее подменить сегодня. У нее какие-то личные дела. У всех личные дела, понятно. У меня доставка на имя Карины Федосеевой. Это я. Спасибо. Так, и что там? Свадебное платье. Вот это новость. Карина, так когда свадьба? Подождите, то есть новость о свадьбе – это не шутка? С точной датой мы еще не определились, но как только, так сразу всех вас пригласим. Да не переживай ты за оценок. Тихон же мальчик. Мальчишки всегда не такие собранные, как девочки. Когда ему что-то надо, он своего добивается. Вот это главное. Это растет характер. Да, характер. Оля, что тебя беспокоит? Это связано с Сашей? С отцом Тихона, да? Понимаешь, я тогда была уверена, что поступаю правильно. Просто оборвала с ним все контакты, как будто и не было его. И все эти годы жила с обидой. Ты молода была. И характер, ух, упрямая. Вот сын упрямством весь в тебя. Все, решила, как отрезала. Ма, если я ошиблась, я ведь сейчас обманываю Сашу. И не говорю ему правду, что Тихон его сын. А он, кажется, догадался, спрашивает. Смотри, что он мне принес. Свою фотографию. Одно лицо с Тихоном. Оля, подумай. Может быть, все-таки стоит признаться, если это тебя гложет? Но ведь тогда я изменю жизнь Тихона. Ему и так сейчас нелегко из-за наших вечных конфликтов с Борисом. И этот сложный подростковый период. А тут еще я. Тихон, познакомься, это твой родной папа. Неожиданно воскрес. Оля, но ведь не я же придумала говорить Тихону, что его папа умер. Да, да, я знаю. Я сама все это заварила. Ты молодая, красивая. Может, не зря вас судьба опять вместе свела. С Борисом же все равно у тебя никак не склеится. Мам, Саша женится. На молоденькой девушке, да, админе нашей клиники. Она беременна, обманывает, что от него, но это не так. В общем, короче говоря, там все сложно. Ему точно не до меня. Да. Дела.